Или уже без разницы. Нету людей? Меня все бросили? Не бросайте меня сегодня. Да блин, да что за фигня? Я не хочу этого опять. Я хочу стоять, чтобы телефон стоял. Нет, мне сейчас надо и поехать домой за туфельками, а потом мне надо поехать тортик забрать. И мне все это нужно успеть сделать за 2 часа. Но, к сожалению, времени вроде много, но такие пробки жуткие, просто ужасно. А еще мне надо потом после тортика, считайте, доехать до заведения. Это была только моя точка. Happy birthday to you, thank you. Блин, я сегодня как курочка грустненькая. Привет всем. Давайте какую-то темочку обсудим, чтобы я не грустила. Ну, у меня люди, короче, странно смотрят, потому что я, типа, смотрю на себя в камеру и разговариваю с ней, шлю поцелуйчики. Ну, пропусти, пожалуйста. Я могу чуть-чуть понаглеть. Офигенная, красивая, спасибо большое. Не грустит это твой день. Вы знаете, всегда в мой день рождения мне грустно. Я не знаю, почему. Всегда. Вот всегда я грущу. Перед днем рождения мне всегда кажется, что вот такой праздник, сейчас будет так весело, блин. Вот я его жду. А потом фигак 27-й, и все. И нет никакого праздничного настроения. Красотка, счастья тебе, спасибо. Это что, drop it like it's hot? Drop it like it's hot. Да? А, нет, это like it's in here. Так, у меня тоже не бывает день рождения настроения. Кстати, мне кажется, таких очень много. У нас много таких? Нет, есть такие еще? Не знаю почему, но у меня в этот день так, что никого не хочу видеть и грущу. У меня так же. 16 лет, между прочим. С кем будешь справлять? Я сначала... Ой, у меня там столько всего поменялось. Я сначала должна была пойти в ресторан, блин, с семьей, с друзьями. Потом, короче, я в последний момент отменила ресторан. Потом, блин, так получилось, что мне обиделся очень мой друг Илюша из-за того, что он приехал специально в Москву из-за моей днюхи, и я, типа, все отменила. Я начала придумывать уже новый выход из ситуации, а он мне звонит и говорит, что он уже купил билет и уехал. Ну, короче, я сильно расстроилась. Потом Лиза еще прилетела из Питера, и мы решили пойти с девочками на караоке. Кстати, как вам моя прическа? Мне идет так волосы? Я себя немножечко некомфортно чувствую, ну, непривычно мне, ну, не знаю, как-то сказать. Не вижу, когда у меня плохое настроение. У меня плохое настроение, и ничего не хочется. Мне кажется, мне и волосы некрасивые, и все. Самое главное, то, как ты смотришь на жизнь. Вот я... Вот, ну да, на самом деле от настроения зависит. Я сейчас посмотрела на себя в зеркало и говорила себе, ты такая красивая, такая хорошенькая. И вроде как улыбка появилась. А потом все равно началась себя... А хочется себя все равно настраивать на негатив сейчас почему-то. Не знаю почему. Что все плохо. Все плохо. Так, наконец-то свет хороший. Вот сейчас я красивая. Так, ну что, расскажите мне что-нибудь. Хотите мне, все можете поцеловать сегодня, поздравить меня с днем рождения. Сейчас, подождите, телефон поставлю. Я буду вам щечки подставлять, а вы будете меня целовать. Так, считайте, с кем-то поцеловалась. Щечками вот так. Еще раз. Я уже, знаете, как профессионал, я уже пальцем ловлю телефоном вот так. Yeah.
Не падай, мой милый, золотой, дорогой, любимый телефон. Я очень тебя прошу. Так, сейчас все продавцы цветов с ума сойдут. Нет, спасибо. Разве сейчас, смотрите, разве может женщина сама себе цветы дарить? А можно беленький, он красивее? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. Как зовут? Тата. Тата? Да, спасибо большое. Это в прямом эфире, здесь 1600 человек. Спасибо вам. Спасибо большое. Пока. Спасибо. Видите, мне подарили цветочек на дороге. Приятно. Спасибо. Ты поднял мне настроение, кстати. И мне... А? Спасибо. Другой раз найдем. Так. Блин, это моя Сашуля звонит, моя подружка, моя Сашенька. Я так на самом деле по тебе скучаю, но я сейчас не могу ответить из-за прямого эфира. Я тебе обязательно перезвоню, моя любовь. Если ты это увидишь, я очень по тебе скучаю, и мне очень жалко, что тебя не будет сегодня. Ты мне близкая, дорогая, я тебя люблю. Блин, на самом деле так приятно, что мне цветочки подарили. Лучше, когда цветочки дают, а то у меня бывает такое, что у меня на дороге мужчины подрезают и не дают мне, типа, проехать. А один раз вообще мужчина прям не сел, кстати, на переднее сиденье. Ну, они не со злым умыслом, но всякое бывает. Сейчас я поеду домой, быстро возьму туфли и поеду гулять. Может, он знал, что у тебя день рождения? Нет, это вообще парень, который ходит, цветы продает. Просто он увидел, что я красивый бутончик и решил мне подарить цветочек. Ну так. Как в детстве. Знаете что? Вышла, да? Вышла, нет, я здесь. Значит так. Мне кажется, я не успею ехать домой. Может, не ехать домой? Только за тортиком поехать. Или кого-то попросить. А вот мальчики идут, до сих пор на меня смотрят. Так. С днем рождения, красотка, спасибо. Хоть вы мне настроение поднимаете, ненавижу пробки стоять. Как можно стоять в трафике, блин, на день рождения? Нет, это неправильно. Для именинников, я считаю, должна быть выделенная полоса. Прикиньте, реально такая выделенная полоса для именинников. А что, было бы прикольно. Богиня, спасибо. С днем рождения, прическа не очень. Спасибо! Вот вы умеете поднять настроение, действительно. А мне кажется, если бы прическа была какая-то более, так скажем, праздничная, было бы хуже, потому что был бы слишком вычурно. Вам так не кажется? Прическа класс, спасибо. Ну да, было бы колхозно, если бы у меня еще были тут какие-то кудри, фельдеперсовые, еще что-то. Потому что и так платье яркое, еще и яркие губы, сережки, маникюр. Почему так разговариваешь, как маленькая? Господи, взрослой я вообще успею стать. Мне так вот проблемы приходится решать взрослой, а жить хотя бы хочется по-детски. Я не хочу жить с этим, как это называется, не хочу взрослеть, короче, зачем? Дела и так взрослые все, приходится жить по-взрослому, а вот в жизни хочется быть ребенком. А чего они так на меня уставились там?
Представляете, меня девочка в эфире смотрит. Чао, видите, как бывает? Представляете, она не показала, что меня в эфире не смотрит. Приятно, спасибо большое, целую. Прикольно, так мне такой первый раз. Приходила ко мне, делала больно тебе, я не знала я тогда, как ты мне дорога. С тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя. Не знаю ли верну, я люблю тебя. С тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя. Блин, мне кажется, я никогда не дает ребят. Уже полчаса прошло, мы полчаса стоим в пробке. Что делать? Вот так я одета. Сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну. Так. Грустно, я что не послушал. А, это я знаю эту песню. В смысле, вспомнила. Зачем прямой эфир, если не отвечаешь на вопрос? Ну, я так веду прямой эфир. Но если не нравится, возьми и выйди. Чего ты жалуешься, сидишь? Ну, так, так на все можно так отвечать. Ребят, мне кажется, не уеду. Тебя узнают в пробках, да, видите? Только что прямой эфир мне показали из соседней машины моей, что они смотрят. Я, короче, не знала. Мне кажется, я не успею домой доехать, и вообще это будет капец. Я опоздаю на свой день рождения. Это неправильно. Так, все, не грустно. Не будем грустные песни. Так, ну что, наверное, у меня... Так, все, буду читать вопросы. Хорошо, давайте вот так. А, вот. Кстати. Там будет рассвет, так монотонно. Там, где нас нет, зеленые волны, так манят наверх. Так. Глаз веселящий. Что? Глаз веселящий, вдыхаете? Это что такое? Что значит глаз выдыхающий, выдыхающий? Что любить друзьям нельзя, наблюдать издалека. Так, короче, у меня какая-то машина дурацкая, если честно. У меня прям под потолок голова. Я хочу себе огромную машину, просто огромную, гигантскую. Так, ладненько, ребятушки, я пойду, потому что, если честно, я плохо читаю сообщения. Вот, и мне надо сейчас навигатор включить. И хотелось бы поскорее доехать, придется нарушать. Вот. Сейчас буду стараться быстрее доехать, а не с вами болтать. Поэтому я вас люблю, спасибо вам.